Всем привет! Сегодня 8 июля 2020 год. Сегодня мы проверим второй раз гнездо таежной овсянки. Чего-то я не вижу птицы. Странно, что-то ее нету. Последнее посещение этого гнезда прошло где-то примерно чуть больше или меньше недели. Точно не помню. Странно. Кто гнездо О, понятно. Даже гнездо немного наклонено в сторону. Так, надо внизу посмотреть, есть ли скорлупа. Хотя бы. Или там помет, или что-нибудь. Не, нету. Все-таки скелли. Да, по гнезду видно, то, что он наклонено вниз. Это собаки съели. Ну ладно. Пока.